подбор, ровно 33. В каждом слове их найдешь, только посмотри. Буквы все от А до Я, наши верные друзья. Вот какая славная азбука у нас. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем веселый урок азбуки малышки. Надеюсь, вы готовы? Да? Тогда скажите тетушке Сове, с чего мы начинаем каждый урок? Правильно, мои дорогие, мы вспоминаем, какую букву учили в прошлый раз. Это была несравненная буква Н. А сегодня у нас в гостях самая круглая буква О. Знакомьтесь, ребята, с новой буквой. Вот и заглавная большая буква О. Здравствуй. А вот и маленькая строчная буковка. Привет. Вот как они выглядят. Чудесно. Ну что, буковки, какие слова начинаются с вас? Куда вы нас с ребятами отведете? Понятно, побываем все вместе на огороде, на огромном огороде. Слова «огромный» и «огород» начинаются с буквы «О». Если ухаживать за огородом, хорошенько поливать землю, то обязательно вырастет много разных овощей. Слово «овощи» и «обязательно» начинаются с буквы «О». А чтобы никто не забрался в ваш огород, надо поставить ограду. Видите, ребята, какая большая ограда. И начинается это слово тоже с буквы «О». А еще хорошо бы завести собаку, овчарку. Огромная овчарка охраняет огород. Овчарка отличный охранник. Сколько слов с буквы О? Сразу не сосчитаешь. Вот и урожай поспел как раз к обеду. А слово «обед» начинается с буквы... Ну, это вы точно знаете, детишки, конечно, с буквы «О». Хорошо летом устроить обед на воздухе под тенистым деревом, например, под орехом. Слово «орех» с буквы «О». А что это за большой зеленый овощ в корзинке? Да это же наш любимый огурец. Огурец с буквы «О». Но какие вкусные орехи! И это слово с буквы «Молодцы». Пока наши буковки и овчарка обедают, мы посмотрим мультик про уже знакомый нам огурец. Удалец, бравый парень, огурец, усики крученые, одежки зеленые, по полю гуляет, песни распевает, развеселый удалец, бравый парень, огурец. Как, мои хорошие, понравился вам мультфильм? Огурец с буквы О. Я очень рада. Самое время попрощаться с буковками О. И закончить наш вкусный урок азбуки малышки. До свидания, ребята. До нового урока. Повторяйте букву О.